Удачный представитель своего вида, с одной стороны, но с другой стороны, поп-видеоблогер — это тоже способ прикольный. Поэтому вот иногда с поп-видеоблогером со мной, возможно, иногда можно общаться. Так, с чего я хочу начать? Я учусь в Минской духовной академии, у нас есть просто такое заведение, на кафедре апологетики, магистратуре. Апологетика — это искусство защиты веры. То есть это искусство, не знаю, сложных вопросов, сложных ответов, сложных подводных камней, на которые нужно обращать внимание нам, священникам, когда мы, вот общаемся с разными аудиториями. Вот. И я знаю, есть три темы, три вопроса, которые никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя поднимать ни в одной аудитории. Просто потому, что эти темы, они не проигрышные, они всегда выходят в ноль. То есть в сухом остатке остается ничего. Как вы думаете, что это за тема, которую мы сами сегодня поднимем? То есть вот то, о чем нельзя говорить никогда. Ну, давайте следуем. Если об этом нельзя говорить, то мы должны об этом сказать. Нет, вам-то можно, извините. Потому что я ее не вырублю, плюс. Ну, например, смотрите. Сложная тема. Так, тут все 18 есть. Понимаете, просто, девушки обладают свойством, когда в 13 выглядит на 25, Предположим, тема секса, тема очень сложная, но тема, на которую можно говорить. И тема, при правильном подходе к которой, можно выйти в плюс, То есть все эти послушают, скажут, ух ты, как классно, мы этого даже не знали, Вот. Если будет интересно, потом мы ее затронем. Но есть тема, которая просто плюс ты выйдешь. Например, одна из тем – это тема денег. Все знают, кто не согласен, поднимите руку, все знают, что у попов много денег. И попы, козлы такие, ездят на крутых машинах, имеют просто обалденно большие зарплаты, стоят деньгами направо и налево, и, в общем-то, это все знают, да? И когда я прихожу и говорю, ребята, послушайте, у меня моя зарплата там $300 в месяц, по белорусским меркам, по минским это прям вообще ничто, и там я жру одни макароны, езжу на велосипеде, относительно хорошо. Когда я об этом говорю, с меня ржут, говорят, ты же поп, что нам ты будешь стирать? И получается, что в лучшем случае, после поднятия, раскрытия этой темы, я выхожу в ноль, поговорили про деньги, и что дальше, и все. Вот. Еще одна такая же тоже сложная тема, это тема проблемы существования добра и зла в мире. Проблема боли, проблема страданий, проблема смерти. С одной стороны, вроде бы как, мы христиане, мы христиане, мы говорим о том, что Бог любит всех людей, и о том, что заботится о каждом человеке, с одной стороны. Но с другой стороны, я включаю телек, и я вижу совершенно другую картину. Я вижу, что в мире, взрываются самолеты, случаются ураганы, случаются войны, случаются болезни. Гибнут, страдают люди. Им очень плохо, им очень больно. И у меня в голове возникает диссонанс. Почему Бог, который любит вообще, любит окружающий меня мир, почему Бог, который заботится о каждом человеке, вроде бы как, почему Он допускает вот такие вот неправильные вещи? И на самом деле, в любой религии, христианстве в том числе, есть ответы на такой вопрос. Но проблема этих ответов в том, что они очень жесткие, очень логичные и очень, правильные, что ли. Как математическое доказательство. И работают только в рамках вот этой вот религии. И они совершенно неприменимы в реальной жизни. Если в реальной жизни, например, ко мне придет мама, у которой недавно умер малыш, ребенок, мои слова ей с доказательством, что мама, понимаешь, так надо, не сработают. С плачущим можно только плакать. С тем, у кого умер малыш, с тем, у кого умер ребенок, можно лишь только плакать, об этом умершем ребенке, и не более чем. Все остальное просто не работает. Вот. И если вдруг эту тему буду поднимать с вами, то я понимаю, что в лучшем случае я выйду в ноль. Я вам скажу, что я верю, в то, что у всего этого есть какой-то мир, какой-то смысл. Вот у меня есть маленький малыш, маленький ребенок, и я не даю ему совать пальцы в розетку. И иногда, отучая его от пальцев сования в розетку, я могу прибегать к довольно-таки жестким, методам, потому что я понимаю, что по-другому его просто не научили. Вот, и с его точки зрения это несправедливо. И я верю, что то, что происходит со мной в нашем мире, то, что происходит с нашим болезнью, страданием, смерти, я верю в то, что это имеет такой же разгадный смысл. Но я не могу вам ничего доказать. Поэтому в лучшем случае мы с вами выйдем в ноль. И третья тема, самая сложная, самая интересная, хайповая. Это тема проблемы существования Бога. Смотрите. Я верю в то, что Бог есть. Потому что иначе я это делаю, да? С одной стороны. Но с другой стороны, у меня нет ни одного объективного доказательства, как математическая формула, f равно mg равно существование Бога, у меня нет ни одного такого доказательства. То есть я просто в это верю и не более чем. Это просто моя вера. Но с другой стороны, в этой аудитории могут быть люди,
которые не верят в существование Бога, либо верят в существование другого Бога. И, в общем-то, их вера тоже ничем не подкреплена. Заползайте. Что? В общем-то, их вера тоже ничем не подкреплена. То есть они тоже верят в свою реальность. Возможно, кто есть солипсист или буддист какой-то, который верит, что в мире существует лишь только он и его сознание. А все остальное — это не более чем плод работы его воображения. То есть существует только я и только то, что происходит в моей голове, мои мыслительные процессы. А вы все не более чем иллюзия, которую я сам себе придумал где-то там в моем мозгу, в моей голове. Если такие люди, пожалуйста, на здоровье. И, в общем, доказать кому-то что-то на этой почве, невозможно. Мы просто верим. Мы договорились верить, что окружающий нас мир реален. Потому что иначе без этого вообще невозможно ни науки, ни искусства, ничего. Вот, ну и так далее. И вот некоторые люди тоже верят в существование Бога. Некоторые не верят. Да? То есть и говорить на эту тему просто бессмысленно и просто бесполезно. Но есть другие интересные темы, не знаю, там тема любви, тема, о чем мы говорили сначала, тема секса, например, тема каких-то, я не знаю, тема глобальной геополитики, тема того, что дает христианство, что дает вера, да, там, то есть, и тема, много тем есть, на которые можно и нужно говорить. И вот я в своем блоге, я пытаюсь поднимать эти темы. Не всегда удачно, иногда я делаю крайне провальные ролики, но я учусь, честное слово. И некоторые ролики заходят очень даже хорошо. Вот, ну, например, раз мы уже подняли тему, у меня был ролик про секс. Ролик неудачный, на самом деле, я сразу скажу. Вот. Но после этого ролика я понял, как нужно говорить про эту тему. Смотрите, вот вы приходите в церковь, например, и подходите к священнику, спрашиваете, товарищ священник, а вот скажи мне, пожалуйста, вот вы считаете, что интимное отношение до брака – это плохо? Священник говорит, да, это плохо. Вы меня спрашиваете, а почему? И священник чего-то вам там начинает говорить. Я знаю, что многие священники совершают ошибку ту же самую, которую когда-то совершил я. Потому что священник исходит из того, что вы мыслите точно так же, как и он. Он исходит из того, что Евангелие, не знаю, авторитет церкви, учение церкви, святые отцы для вас это тоже авторитет. Он из этого исходит, и поэтому вам чего-то там говорит. Вот. Но на самом деле, он ошибается. Потому что, возможно, для вас Евангелие это не более чем красивая историческая книга. И она не авторитет. Самый честный ответ будет звучать так. О том, что если кто-то спрашивает у меня про интимные отношения, о себе мыслишь не более чем как об обезьянке, обезьянке и все. Разве человек. Ну какая разница? Кто, где, с кем, когда и как спит? Это вообще не важно. Это вообще не важно. Но если я себе мыслю именно как о человеке, вот с большой буквы Ч, который на что-то претендует, то, естественно, для меня, как для человека, с большой долей вероятности, базовые вещи приобретают большее значение, чем для обезьянки. Естественно, что желание размножения – это базовая вещь. А значит, если я человек, то и, в общем-то, и эта тема уже должна как-то редактироваться, как-то, не знаю, подвергаться каким-то правилам так, чтобы я чем-то отличался от обезьянки. Я же вступаю в игру разные системы, да, то есть разные религии, разные философские системы, вот это. Вот, например, христиане к сексу относятся вот так-то, мусульмане по-другому, я не знаю, какие-то там буддисты вообще по-третьему. Например, у нас, да, то есть интим – это вещь, доступная только супругам в законном браке. Вот. Все остальное считается, это вещь, которая разрушает человека, разрушает его личность. Но тем не менее, то, что в браке, это честно, это не скверно и наоборот это классно. Да? То есть, только то, что в браке. Да? То есть, условно, грубо говоря, церковь мы за интим, да? То есть мы за секс, но мы за правильный секс. И вот уже что такое правильный секс, это уже вопрос, который нужно обсуждать. Да? Вот. Я, собственно, к чему? Я к тому, что часто, когда вот мы, попы, священники, говорим о чем-то с приходящими к нам людьми, мы не учитываем очень важного фактора. А кто вы есть, чем вы живете и на что вы опираетесь в жизни. Это касается не только церкви, это касается вообще любой сферы жизни, какую только ни копни. Есть такая штука, называется пиар. Слышали на нее, да? Часто все думают про пиар, что это просто технология по втюхиванию моего товара вам. Вот я правильно провел пиар-компанию, и вы дружно пошли покупать мои пылесосы. Вот это неправда. Вот то, что сейчас было озвучено, это какая-то дешевая, грубая манипуляция. Пиар – это выстраивание отношений с людьми. Правильное выстраивание отношений. Такой подход, после которого вы не только покупаете мой пылесос, а такой подход, после которого вы начинаете понимать и принимать то, чем мы занимаемся, вообще философию моего пылесоса. То есть, почему мой пылесос самый лучший? Например, смотрите.
У меня телефон, это Huawei. Да? Ну, хороший телефон Huawei не назовут, это все знают. Но есть другие телефоны, телефоны Apple. Когда я покупаю телефон Apple, я покупаю не телефон, я покупаю не звонилку, я покупаю целую культуру общения с этим девайсом, с этим аппаратом. Я покупаю, не знаю, сам что ли, образ жизни такой мажорский, что я могу себе позволить Apple, да, то есть, ну, понимаете, о чем я говорю. То есть я покупаю целую философию отношения к жизни. У меня Apple, и мне все позволено, ну, типа такого что. Вот, а когда я покупаю себе Huawei, я покупаю себе просто телефон. Вот, да, то есть почему? Потому что у Apple есть, в общем-то, вот правильная пиар-компания, которая настроена вот на подход к жизни, вот, который подразумевает покупку не только телефона, но и вообще правильного отношения к окружающей меня, меня действительности. Да, и, собственно, какую ошибку мы совершаем в церкви? Мы, когда к нам приходят, мы не учитываем вот это правильно, как человек относится вообще к окружающему миру. И это наша проблема, это наша беда. Именно поэтому в наших храмах так мало молодежи. Именно поэтому в наших храмах так много людей пенсионного возраста. Потому что наша риторика сама по себе, сама собой, именно заточена под людей, ну, скажем, старшего возраста, под бабушек, под дедушек, под пенсионеров и так далее. Мы привыкли так говорить, нам так комфортно. Но я понимаю, что вот вы здесь сидящие, вы не бабушки и вы не дедушки. Вот, и ваше миропонимание другое очень отличается от миропонимания пенсионера. Нет, когда-нибудь вы тоже станете пенсионером. Это звучит очень страшно, но это правда. Мне недавно был кризис, когда мне стукнуло 25, я упал в хандру, потому что я понял, что я вроде как молодой, но мне уже не 17, и это было прям ужасно для меня. Вот, когда я понял, что, ну да, я старею. Вот, ну это нормально. Вот. Когда-нибудь вам всем станет там, по 60-70 лет. И вы тоже придете в церковь, потому что вы до этого, ну, дорастете что-то, да, то есть вам. Но сейчас, понятно, что то, что происходит в церкви, вам непонятно, да, то есть вам не близко, да и, может быть, то, как оно происходит, вот сам способ, понятно, что он вам чужд, и, ну, я вас понимаю. Вот, и это проблема не ваша во многом, а именно наша. Я обвиняю себя в том, что мы не нашли правильного языка. Вот, я еще раз повторю, когда я говорю слово церковь вы можете заменить на все что угодно. Например, на слово «ваша любимая работа». Вы придете на работу, в будущем, например, будете работать каким-нибудь, вы вообще на кого-то. Учителями. Учителями, отлично. Придете на работу в школу. А в школе там действуют такие совковые, такие кондовые методы, да? Вот, где все учителя должны ходить в строгом деловом костюме и, я не знаю, там, и каждое утро петь гимн своей любимой страны, например. Вот, и как бы вы вообще не понимаете, зачем это надо. Но это так здесь принято, вот, в данном учебном заведении. И все учителя так должны делать. Вот, и вот эти правила, они не учитывают вас, не учитывают ваши особенности. Можно заменить слово «церковь» на речи на все что угодно, да, то есть оно тоже будет работать. Вот, есть такая вещь, называется теория поколений. Это очень хорошая вещь, с одной стороны, с другой стороны, это вещь, которая спорна с точки зрения науки, но при этом она активно применяется везде. То есть, например, многие элементы теории поколений можно встретить, например, при приеме на работу в Макдак. Если вдруг вы брали флайеры, да, то есть, ну, просто видел, что если есть Макдак, вот, вам что обещают? Вам обещают дружный коллектив, что еще? Развлекаловки всякие, типа там бесплатного английского языка, например, там что там еще в Макдаке. Ну, у нас просто у нас в Минске Макдак предлагает дружный коллектив, английский язык, и чемпионаты по настольным играм, да, то есть обязательный элемент. То есть вот эти фишки, это именно есть наработки теории поколений. В Минске Wargaming, например, да, то есть еще одна компания, тоже, да, то есть многие элементы их работы основаны на теории поколений. Это подход, который позволяет подстроиться под каждого человека. Что говорит теория поколений? Но это о том, что все люди растут в каком-то окружении, вообще в какой-то среде. Например, я рос в разруху и в голод 90-х годов. Я понимаю, что вы росли чуть попозже, мы ну, застали краешком. Вот, это время я застал его в полной мере. Я рос в нулевые, условно, сытые годы. Вот дальше уже я вырос, да, то есть дальше уже неинтересно. Вместе со мной рос интернет, росли технологии, не знаю, росли соцсети. То есть я рос вместе со всем этим. Вот. И я понимаю, что когда я рос, я еще не понимал, как жить в окружающем меня мире. Я этого не понимал. Но я впитывал технологии, необходимые для выживания в нем. Ваши бабушки смотрят телевизор, наверное, все поголовно. А ваши прабабушки, там, ну, например, условно, да, то есть телевизор не смотрят. Ну хорошо, прабабушки. Телевизор не смотрят, если у кого-то жил. Потому что когда прабабушка стала уже взрослой женщиной, телевизоры уже были. Но фишка в том, что она так и не поняла телевизор. Ей неинтересно было его смотреть. Потому что в ее детстве, когда она была маленькой,
телевизоров не было ни у кого, в принципе, да, то есть вот. И она, уже будучи взрослой женщиной, вот у нее не сформировался вот поведенческая вот эта штука на просмотр телевизора, вот такой маркер поведенческий, и поэтому в старости телевизор было смотреть не особо-то интересно. На ваши бабушки, когда они были маленькими, условно, вот телевизор, это было прям вау, особенно в Советском Союзе, да, то есть если есть телевизор, то его бегали смотреть всем двором, потому что это ж круто, это же клево. И бабушка запомнила, что телек – это очень-очень клево. И сейчас, когда она уже взрослая женщина, она до сих пор смотрит телевизор. Хотя есть намного более комфортный интернет. Но смотрит телевизор, потому что у нее в детстве заложено, что телек – это круто. Сейчас мы все живем в интернете. Интернет – это очень круто. Интернет – это мне вообще очень-очень полезно. Да? И когда я стану дедушкой, возможно, появится новый способ коммуникации, новый способ общения. Но я, как представитель своего поколения, буду пользоваться постоянно интернетом. Потому что я привык к интернету, и точка. Я на себя ощутил такой эффект старости. Смотрите, вот раньше, лет 10 назад, все было очень просто. Мне понравилась девушка. Для того, чтобы изучить девушку, мне нужно было зайти на страничку ВКонтакте и просто тупо посмотреть ее фотки. Фотки выкладывались регулярно. На всех фотках все отмечались. Так, вот, собственно, девушка, вот ее друг, а это какой-то непонятный левый чувак, нужно разобраться, кто это, возможно, мой конкурент, это ее отец, и я не знаю, да, то есть вы поняли, да? То есть все было доступно через контакт. Через контакт я и писал на стенке всякие разные, не знаю, красивости. Вот, я пользовался граффити, например, да, ВКонтакте. Я ВКонтакте, да, то есть фотки были всегда, вот сейчас я захожу на страничку девушки, я вижу 10 фоток, которые датируются 5 лет назад. Возможно, эта девушка уже стала старая, толстая, некрасивая, вышла замуж, чтобы взяла троих детей, да? Но я вижу фотки вот той девушки, которая была 5 лет назад. А мне это не интересно, я еще посмотрю на современную девушку, ну понимаете, да? Вот когда-то ВКонтакте это работало. Когда-то ВКонтакте я заходил, видел актуальные фотки вот девушки, которая выглядит вот именно так, как она выглядит сейчас, когда-то. Сейчас все сложнее, сейчас нам нужно идти в ВКонтакт, искать на ВКонтакте ее страничку в Инстаграме, идти в Инстаграм и там смотреть ее фотки. И вот у меня, как у человека своего поколения, вопрос, а нафига Инстаграм, слушайте, ну как бы зачем? Вот, когда есть ВКонтакте все удобно, я к этому привык. Вот, и я как блогер, я себе вынужден завести Инстаграм. То есть у меня есть Инстаграм, в котором я иногда выкладываю всякое разное. Но, честно говоря, для меня это не нужная, какая-то вообще не нужная штука. Я не понимаю, зачем нужен Инстаграм, когда есть ВКонтакте, все удобно, да? Вот, Твиттер, вообще что за фигня такая? Какой Твиттер? Вы что, статус ВКонтакте написал, да? То есть, помните, была такая штука, статус ВКонтакте? Точно есть, да. Статус ВКонтакте написал, вот я твой Твиттер, его все увидели. Какой нафиг Твиттер? Да, там, я не знаю, что там еще есть. Телеграм, да, то есть, нет, Телеграм это штука удобная. Боты, которые бесплатно скачивают музыку и книги, это самое то. Ладно, Телеграм, не могут больше не говорить. Ну, в общем, вы поняли, да, то есть, даже уже я уже чего-то устарел. WhatsApp там удобные голосовые вызовы, а Viber вообще нужен, я не знаю, кроме того, чтобы удалить голосы и как бы да, все. Да, Viber нужно удалить, хотя я не удаляю, я покинул свои страны. Ну, в общем, вы поняли, да, то есть даже уже я, уже в чем-то, в какие-то параметры, даже я уже устарел. Когда мне будет 40, 50, 60, 70 лет, я вообще стану диким древним динозавром, да, то есть я это понимаю. Вот, но тем не менее, пока что еще условно относительно я молод, и пока что я вроде бы пока еще в тренде, да, там какие-то события, явления и так далее. Но тем не менее, мне это все тяжелее и тяжелее. Потому что в моем детстве у меня были заложены какие-то программы, необходимые для выживания в этом мире. Значит, программа заложена мне согласие, что если хочешь быть модным, то должна быть клевая страничка ВКонтакте, с клевой аватаркой и клевый статус. Все, больше ничего не надо, понимаете? Все остальное лишнее. И да, то есть вот моя страничка ВКонтакте, ну, условно, относительно клевая, ну, относительно, да, то есть вот. Я слежу за своим контактом, но я вообще не слежу за своим Инстаграмом, там, и прочим всякими штуками, потому что как бы зачем. Вот, тем не менее, я знаю, что, возможно, многие из вас как раз-таки мыслят по-другому, и, возможно, у вас вся эта вот экосистема разных платформ, возможно, работает очень даже хорошо, может быть, я не знаю. Другой пример. Я прихожу в гости к своей бабушке, например, да? И вообще не важно, по барабану, сытый я или голодный. На 5 минут я забежал или на 2 часа. Буду я кушать после этого, либо не буду. Я знаю, что всегда бабушка меня покормит. Очень вкусно и очень сытно. Всегда. То есть когда я иду к бабушке, я вообще ничего не ем. Потому что я знаю, что бесполезно, я сказал. Да? Бабушка меня всегда покормит. Почему? Потому что в ее детстве, в бабушкином детстве, сытная и вкусная еда – это была безусловная ценность. Сытная, вкусная еда – это встречали самые дорогие гости. Естественно, что для бабушки я дорогой гость. И бабушка меня кормит тем, что вот самое вкусное, самое дорогое у нее есть. Вкусной, сытной едой. Поэтому, когда я иду к бабушке, зная про эту ее особенность, я так особо не заморачиваюсь, я там особо ничего не кушаю. Потому что бабушка все равно покормит. Вот, ну вы поняли, да? То есть я к тому, что у каждой группы людей
у каждого поколения есть какие-то свои больные точки и свои особенности, которые нужно учитывать, когда мы общаемся с этими людьми. Другой пример. Ваши родители, когда устраивались на работу, ну, не знаю, там, в свое время, после универа, они устраивались, как и вы будете, по распределению, скорее всего, работали по распределению там, обязательно, там, не знаю, 2 года, а после этого происходило странное. Многие из ваших родителей проработали на одном месте, в одной и той же должности много-много лет, 20, 30, 40 лет, вообще в одной и той же должности. И вышли на пенсию, и даже не продвинулись ни на шаг по карьерной лестнице. То есть я вот вышел после там, универа, пошел следственно на завод, и 40 лет каждый день, зимой, летом, в дождь, в снег, неважно, я шел в один тот же цех и выполнял одну и ту же работу. И мне хорошо, я был счастлив. Я знаю, что эта фишка не прокатывает с людьми среднего поколения. Мы росли в другом мире, мы росли в мире, где намного лучше развиты транспортные связи. Мы росли в мире, где возможно общение вот, между разными уголками земного шара. И я знаю, что свои профессиональные навыки я могу применить в другом месте и с большей пользой, и с большим интересом для себя. И поэтому, представители моего, нашего поколения, меняют работу намного чаще. Возможно, может быть, многие из вас выпустятся из универа, 2 года отпотрачат необходимые, не знаю, педагогами, а потом уйдут заниматься тем, что вам интересно, тем вообще, что вы найдете. То есть, ну, это вот фишка тоже особенность поколения. Либо, например, предположим, что вот я суперначальник, который вот ставит задачи своим подчиненным. Раньше, лет так 20 назад, я приходил и там орал очень злобно своих подчиненных, типа вы там ничего не делаете. Да? Там, либо я давал огромнейшую инструкцию на 500 страниц, которую нужно было изучить. И фишка в том, что вот мои родители, мои бабушки, они садились и изучали эту инструкцию от и от корки до корки. Как правильно работать на рабочем месте. То есть это был текстовый, не знаю, файл, ну, текстовый файл. Это было много-много листов там, бумаги, которые нужно было изучить. И они изучали, да, там, какие-то элементы, моменты моей работы. Я знаю, что с моим поколением такое не прокатывает. Мы росли вместе с интернетом, мы росли вместе с демотиваторами, с, не знаю, с мемами, с картинками, с короткими клипами, с короткими роликами, там, с короткими сообщениями и так далее. Да? И я намного лучше воспринимаю информацию тогда, когда она изложена кратко, по пунктам и желательно в картинках, да, то есть в схемах. Вот когда ко мне приходит начальник и дает информацию в схеме, я понимаю, что он мне хочет. Но когда он мне дает телегу текста там, 500 страниц, я вообще не понимаю, что он хочет. Вот. И потом грамотный начальник, работая с моим поколением, он мне принесет схему, именно схему, да, то есть желательно разобьет ее на этапы, на части. Желательно сделать все очень коротким, ну, понимаете, да? Вот. Именно постарались под особенности моего поколения. Вот. И проблема наша, церковная проблема, в том, что мы не умеем подстраиваться. Наша церковная риторика, она заточена под людей, ну, скажем так, старшего возраста, да, то есть ну, под пенсионеров. Это не хорошо, это не плохо, но просто важно понять, что у церкви в теории вообще должны быть разные языки, заточенные под разную аудиторию. Но на практике, да, то есть это видно, когда я прихожу в храм, на практике получается, что, ну, в общем, у нас язык только один, именно рассчитанный в большей степени на наших пенсионеров. Вот. И для меня это боль, для меня это проблема, потому что я хочу в церкви видеть своих сверстников. Я хочу с своими друзьями не только пить пиво, да, там, когда я это делаю, а я хочу с своими друзьями еще и ходить в церковь, потому что для меня это важно. Но у меня этого не получается. Вот в этом, собственно, то, чем я занимаюсь, я пытаюсь, вот, используя какие-то, вот, ну, условно, вот, те самые особенности своего поколения, говорить о том, что для меня дорого, для своего поколения. Все, не более чем. Вот. И, собственно, я прошу вас. Сейчас, опять же, без пропаганды. Когда в будущем будете заниматься любимым делом, неважно каким, бизнесом, семьей, работой, еще чем-то, помните об этом. Помните о том, что в вашей семье, ваши дети, например, это люди вообще совершенно другого поколения. И если вы хотите договориться с вашим ребенком о чем-то, то вы должны говорить на его языке, так чтобы он вас понял и услышал. Когда вы будете педагогами, вот с детьми в школе, вы должны говорить на языке именно этих детей в конкретной школе. Потому что они должны вас понять, а не вы должны просто их наорать, вызвериться и все. Вот. Например, я знаю одну очень интересную фишку. Смотрите, 20 лет назад ваши родители были молодыми студентами, например. И вот они собирались в этой аудитории, и к ним на лекцию приходил священник. Ну, например, хотя это было невозможно, но предположим, да? Там был Советский Союз, там ничего не приходили. Священники, ну ладно, предположим, приходил священник. И они его уважали только лишь за то, что он пришел. Потому что это такая игра. Студенты должны слушать лекторов. И лектор должен себе строить уважаемого человека, который, я не знаю, который вот с высоты кафедры что-то там говорит. Вот, послушайте меня, пожалуйста. Да?
И это работало с вашими родителями. То есть, ну, приходил человек, и человек, который приходит, он был изначально в позиции сильного. Он приходил, и он мог учить сразу же со старта. То есть со старта человек мог себе позволить учить кого-то чему-то там. Я, например, этим языком пользуемся мы в церкви, когда говорим нашу классическую церковную проповедь. То есть наши священники, когда я выхожу на Савелио, я вижу перед собой аудиторию, состоящую из бабушек. Я понимаю, что само окружение церковное подразумевает то, что я сейчас буду учить. И да, когда я в церкви, я учу, потому что, ну, это такая игра, потому что сейчас я должен учить, а люди, которые стоят в храме, они должны меня слушать и внимать каждому моему слову. Но сейчас правила игры другие. Сейчас, когда я вхожу в аудиторию, да, я понимаю, что люди, которые собрались в аудитории, они меня пока что еще не уважают. Они ко мне присматриваются. И у них в голове звучит первая такая мысль. А давай мы тебя сейчас послушаем, ну, первые 10, мы тебе дадим форы, и ты нам должен доказать свое право быть услышанным нами. Через 10 минут мы решим, а будем ли мы тебя слушать или нет. И может так случиться, что вы по себе решите, что я – это вообще-то полное днище, которое не стоит вообще ничего, и все, да, то есть все, я больше не могу ничего сказать. То есть первое слово, с которого я должен начинать обращение к вам, это не слово «учение старшего к младшему». Это не слово «учение профессора к студенту», это не слово вообще «учение». Это слово «зарабатывание авторитета». И только потом, когда я заработаю какой-то авторитет, право учить, тогда уже я смогу учить. То есть это тоже особенность нашего поколения. Так вы смотрите на всех преподавателей, неважно. Приходит новый препод, да, там, не знаю, препод по русскому языку, например. Вот, да, там что-то он говорит. Вот, но прежде чем вы начнете его уважать, вы посмотрите, а достоин ли он этого? А являются ли его знания, соответствуют ли они тем критериям, которые вы предъявляете вообще к преподаванию по русскому языку или нет? Если нет, то вы не будете его слушать и будете его уважать. Если да, то вы будете его слушать и будете его уважать. Ну, понимаете, о чем я говорю. Вот, да, то есть тоже как еще одна особенность нашего поколения. Вот таких особенностей на самом деле довольно-таки много. Вот, и я прошу вас, да, о чем я уже говорил, в будущем вашей деятельности учитывать эти особенности. Потому что это важно, и потому что это, ну не знаю, сделает нашу жизнь что-то лучше, да, то есть и не более чем. Вот, да, то есть, например, у нас в Беларуси есть проблема. Это отрыв нашей государственной власти, ну, ее миропонимание, от, скажем, потребностей, которые к власти предъявляет, не знаю, большинство граждан, да, то есть, ну, потому что власть смотрит на мир как-то вот в одну сторону, а граждане, как массовая толпа, смотрят на мир вообще в другую сторону. И власть что там все говорит, а граждане говорят, чего? Нам это неинтересно, ребята, мы хотим вообще чего-то. И в России то же самое, да. Вот, да, то есть, и может быть власть говорит о очень нужных, очень важных вещах. Но проблема в том, что власть не нашла языка, которым можно донести мысль о том, что вот, ребята, то, о чем мы говорим, это важно, это нужно, и послушайте нас, пожалуйста. Такого языка нет. И поэтому мы с властью, ну, часто друг друга не понимаем. По некоторым законам, как минимум. В России, насколько я понимаю, происходит часто то же самое. Но я в этом не уверен, потому что не гражданин, да, это вам. Да. Вопросы пока что, извините. Вы? Ну, нет. Нет, если вторая часть слова, ну, прежде чем приступить ко второй, давайте решим первый. Тут все понятно? Да. Окей. Вопросы? Хорошо. А второе слово. Предсенпрягаемый дух. Есть, наверное, латентные алкоголики. То есть это люди, которые нормальные, здоровые люди. Но в силу каких-то причин, не знаю, например, в детстве там пил отец, плохое образование, там, не знаю, плохая окружающая обстановка, еще чего-то, эти люди могут начать пить с большей долей вероятности, чем все остальные. То есть вот в них заложена эта бомба латентного алкоголизма. Вот. Кого-то из вас, возможно, вы этого даже не подозреваете, заложена бомба латентного гомосексуализма, возможно. Может быть, во мне тоже лежат какие-то бомбы, там, бомба латентного атеизма, например, может, во мне лежит, я этого тоже не знаю, да? Вот. Но я знаю точно, что в большинстве из вас, вот подавляющее большинство, заложена бомба латентной религиозности. Вы можете сколько угодно бить себе пятки в грудь и орать о том, что мы атеисты, мы не верим в Бога, вот нифига подобного. Я знаю, что большинство из вас, вот если вас приставить к стенке и предложить пистолет к виску и по-честному спросить, по-настоящему, по-жесткому, вы видите, что большинство из вас, хорошенько подумав, честно перед собой, скажут, что да, все-таки мы видим, что что-то такое есть. Более того, я знаю, что большинство из вас, если, конечно же, доживут, лет так в 60 придут в церковь. То есть у вас раскроется эта латентность. Смотрите, в чем фишка. Сейчас вам, сколько лет, по 18? 18.
18, ну, я... 20. Ну, большие. Я знаю, что сейчас вам лет по 20 примерно, да? Что у вас было в прошлом? У вас в прошлом было, ну, детский садик, школа, какой-то универский опыт, возможно, опыт там, 1, 2, 3, 4, 5, 10 любви. Может быть, кто-то успел там выйти замуж, жениться, там, родить ребенка. Может, кто-то уже где-то работал. Но в целом, как бы, вот вы на старте своей жизни, да? То есть, в целом, там, в целом еще так. То есть в прошлом багаж прошлой жизни у большинства еще, ну, такой себе, слабенький. И это раз. Два, не было возможности его анализировать, потому что не с чем сравнивать. То есть пока еще вы не знаете, то, что было, это было хорошо или как. Вы этого не знаете, пока что еще. В будущем у вас на пяти, как много всего, да, то есть еще в будущее там еще много всякого разного. И непонятно, что с вами там будет. Представьте другую ситуацию. Представьте, что вам стукнуло 60 лет. Значит, вы на пенсии, а в прошлом было уже много всего. В прошлом есть опыт не только универа, да, но есть опыт нескольких работ. Возможно, полная фиаско в жизни, возможно, какой-нибудь там, не знаю, возможно, развода, возможно, там, ну, всякое было, да, в жизни, в прошлом. И есть обязательно моменты, за которые вам стыдно, потому что вы, прожив жизнь, вы поняли, что это было неправильно. Если была возможность, то, возможно, вы бы покаялись бы в этом, и, возможно, поменяли бы все, но вы этого сделать не можете, потому что такая жизнь. Мы не можем менять своих поступков, но вам очень хочется это изменить, но вы не можете. Более того, в будущем, нет, смерть завтра не наступит, вам 60, вы еще молоды, ну, относительно. Вот, но тем не менее, вы видите границу смерти. Вы понимаете, что, ну, 10, ну, 20, ну, 30, ну, 40 лет, но вот она смерть, она уже видна. Более того, силы уже не те. То есть дальше, вот, вас ждет увядание, угасание. Нет, еще есть ресурсы. Вы еще можете нормально что-то зажечь, если захотите. Допустим, Трамп, ему сколько лет, он все еще зажигает, да? И Путин, кстати, тоже. Вот, но тем не менее, да, то есть дальше, и что-то угасание вас ждет. И это, ну, то есть это является очень важным стимулом для раскрытия вот этой латентной религиозности. Многие люди на этом возрасте, 50, 60, 70 лет, желая исправить ошибки прошлого, потихоньку готовясь к смерти, задаваясь вопросами вечности, приходят в церковь. То есть человек, возможно, 20 лет был жутким комсомольцем, там, коммунистом, и даже не подозревал себе этого. Но на излете жизни он пришел в церковь. В нем раскрылась бомба латентной религиозности. Я знаю, что эта бомба заложена во многих из вас. Вот. И да, мы в церкви, в общем-то, ну, раз это плохо, нет, это хорошо, что там приходят люди. И да, это люди часто старшего возраста. И да, в силу естественных причин, потому что они там приходят, мы с ними общаемся на их языке так, чтобы им было комфортно. Это нормально. То есть в этом ничего плохого я, например, не вижу. С одной стороны. Но с другой стороны, я понимаю, что церковь, она для всех, она не только для пенсионеров. По идее, то, что говорил Христос, это вообще-то слово направлено ко всем людям, ко всем группам людей. Например, все подростки в возрасте 13-15 лет переживают такую штуку, как переходный период. Переходный возраст, ну, знаете, да? Может, кто-то до сих пор не переживает. То есть это время, когда ребенок должен понять, что я не привязан к маминой юбке, вот прямо вот очень-очень близко. Я отдельная самостоятельная личность, и у меня есть свои границы свободы. Но какие это границы свободы, ребенок еще не знает. Поэтому он начинает щупать окружающую реальность, он начинает, начинает пытаться понять, что ему можно, а что нельзя, где же заканчивается его свобода. И поэтому подростки в 13-15 лет идут на какие-то максимумы, на какие-то поступки, испытывая на прочность окружающих мир. То есть вот подростки 13-15 лет – это бунтари, это коллаборационисты. Вот, то есть, ну, в хорошем смысле этого слова. Это революционеры, 13-15 лет ребят. Это нормально. Это заметили в свое время американцы. И сделали очень классное, очень мощное скаутское движение, которое использует естественное желание подростка быть революционером. Вот они используют это, сделали классных скаутов, и за счет этого воспитывают там, и дальше продолжили воспитывать и делать из них нормальных, хороших людей. Это заметили в Советском Союзе, и сделали, ну, я там не был, но, возможно, нормальное, хорошее, классное пионерское движение, которое тоже использует тот же самый механизм, используя желание подростка быть революционером, вот воспитывала этих самых подростков. Но смотрите, что произошло. Советский Союз развалился. Вместе с ним развалилось, ну, во многом и вот то самое пионерское движение. Но желание быть революционером, оно осталось. Поэтому наши подростки в 15-15 лет начали массово там скуриваться, сколдыриваться, там, не знаю, ну и так далее. Да? Ну потому что, ну, как бы, ну нужно же как-то реализовываться. Вот. С другой стороны, я христианин. Я читал такую книгу, которая называется «Евангелие». Я из Евангелия знаю, сейчас я не пропагандирую, просто я говорю о своем опыте, да, потому что вы понимаете. Вот, из Евангелия я знаю, что нет больше революции, чем революция в самом себе.
Я могу сколько угодно устраивать эволюцию на кубе, например, да, там и жечь, там жечь глаголом сердца людей. Но до тех пор, пока я не сломаю себя, пока я не строю революцию в самом себе, вот до этих пор все, что я делаю, не более чем слова и пыль под ногами. Нет больше революции, чем в себе. То есть вот ты революция тогда, когда ты сломал себя. И вот почему бы эту мысль революции Евангелия не соединить с мыслью нормального подросткового революционизма? Я не знаю, почему мы этого не делаем. Хотя, ну, это очень просто, казалось бы, да? То есть возьми и сделай. Но почему-то мы этого не делаем, потому что в наших храмах нет подростков. И вот такие особенности есть у каждой группы людей, у каждого поколения, вообще у каждого. Вот. И в будущем, опять же, вернусь на свою волну, вот, когда будете заниматься вашими делами, вот, помните об этом. И, возможно, это вам очень сильно упростит жизнь. Вот, да. Вот. Или как минимум сделать жизнь окружающих вас людей ярче, краше и, возможно, не такой болезненной, как наша действительность. Вот. Поэтому прошу вас, помните об этом. Вот. Да. Собственно, что я делаю? Я знаю, что в интернете, не так, смотрите, когда-то Евангелие передалось из уст в уста. Ну, там, Вася перескал Петя, опять перескал Диме, и все вот, теперь знают, что, ух ты, смотрите, вот Евангелие, да? Потом Евангелие стали записывать, записывать в свитки, да? Потом появилось книгопечатание, Евангелие начали массово печатать. Но в целом, сущностно, информация не поменялась. Что Евангелие, передающееся из уст в уста, что Евангелие, написанное в книге, это то же самое. Сейчас появился интернет, новая форма передачи информации. Интернет — это не более чем инструмент, это сама информация и способ доступа к ней. Вот. И, в общем-то, ну, для меня, как для христианина, принципиально, да вообще для любого человека принципиально нет разницы между интернетом и рукописным текстом. То есть и то — это разные способы передачи информации. Просто один более совершенный, другой менее совершенный. Да? И поэтому, ну, скажем, это нормально, присутствие священника в интернете. То есть я занимаюсь в интернете ровно тем же, чем занимался 2000 лет назад, когда там шел по Римской дороге, да, там что-то там говорил, там про всяких разных язычников, про христианство. То есть сущностно это одно и то же. Вот. Но при этом я знаю, что интернет пока еще очень молодой. Наши мамы, наши бабушки, они до сих пор по старинке пользуются телеком. То есть не выросло поколение, полностью воспитанное интернетом. Вы, я, мы будем первым этим поколением, воспитанным полностью на интернете. Вот. Но пока что в интернете 90% его населения — это люди до 30 лет. То есть это люди, в которых никакой латентности в принципе еще нет. Еще пока что рано говорить о какой-то латентности, с одной стороны. Вот. С другой стороны, я знаю, что пик, пик присутствия в интернете — это ребята 19, 20, 18 лет. То есть вот больше всего в интернете сидит людей 18, то есть это вот именно ваши ровесники, 18-20 лет, ваши ровесники. Вот вас больше всего, вы самая массовая интернет-категория людей. И поэтому, когда я как священник выхожу в интернет, я понимаю, что я говорю не с бабушкой, я говорю не с маленькими детьми, я говорю еще не с кем-то, я говорю именно с вами. И поэтому моя вещь часто в интернете подстраивается максимально под вас. А учитывая, что я одного с вами поколения, то мне это сделать максимально просто, потому что я сам вырос вместе с вами. Вот, но при этом часто путают мою деятельность с деятельностью делать типа для молодежи. Нифига подобного. Это деятельность для моего поколения. Через 20 лет вы станете старше. Через 20 лет вы уже станете там чиновниками, профессорами, бизнесменами, бизнесвуменами и так далее. Через 20 лет вы будете определять то, вообще кем мы станем в будущем. Вот. И я вырасту вместе с вами. И я все равно буду говорить для вас, потому что мы с вами одно поколение. Еще через 20 лет вы выйдете на пенсию, но вы аккумулируете в себе знания, вы аккумулируете в себе ресурсы, и к вам будут прислушиваться. Вы будете давать советы, к которым будут прислушиваться. Но тем не менее, я останусь с вами одного поколения. И понятно, что... И весь прикол в том, что во многом риторика, которой мы сегодня с вами пользуемся, она не поменяется. Потому что мы с вами росли в одних условиях, в одном мире, и, в общем-то, мы с вами мыслим, ну, во многом одинаково. Мы все ведь смотрели Шрека. Кто не смотрел Шрека? Скажите, пожалуйста, кто не смотрел Шрека? Вот я, ну все смотрели Шрека, да? А кто смотрел Тимур и его команду? Вот кто смотрел? Раз, два. Видите, Тимур и его команда смотрели единицы в этой аудитории. Хотя, например, Тимур и его команду массово поголовно смотрели наши родители. То есть Тимур и его команда — это Шрек для наших родителей. Ну, чтобы вы понимали, да? Вот. И они выросли на Тимуре и его команде, а мы выросли на Шреке, там, ну и прочих замечательных мультфильмах. Да? Иксаровских и не только. Вот. И это наложило на нас отпечаток, и, в общем-то, ну, да, и через 40 лет это тоже на нас будет влиять и с нами работать. И поэтому у меня есть вопрос, на который я пока что для себя не нашел ответа. Почему церковь не учитывает этого момента? Почему наша жизнь заточена под поколение уходящее, но не под поколение будущего? У меня нет ответа, с одной стороны. Но, с другой стороны, я пытаюсь говорить на языке церкви, на вашем языке, о церкви. Поэтому вы можете пользоваться возможностью тормошить меня, пока я здесь.
и спрашивают о чем угодно, обещаю дать максимально доступный ответ на вашем языке, без пропаганды и без права сильно. У меня, пожалуй, все. Вопросы, если есть. Я понял. Тут тухлая голова. У меня есть еще одна тема. Если вам интересно, могу ее задвинуть. Тут условие, что вам, то, что честно необходимое, там, не знаю, 45 минут, я уже говорил. То есть, если интересно, я могу продолжить. Если нет, то всем спасибо за свидание, давайте сделаем салон. Пошли подниматься. Да. Конечно. Вот, видите, берите мне пример. Хороший вечер. Можно ли помечаться на онлайн-сайте? Можно? Нет, можно. Вообще время не нужно. Что касается брака, во всех случаях, перейдем. Иногда, ну, вообще, понятно, что церковь – это организация, стоящая из людей. И иногда наши священники тоже дают неграмотные советы. Иногда. Я заметил, что многие священники на полном серьезе говорят о том, что брак признают в церкви полноценным, полноправным, законным, честным, только в том случае, когда этот брак венчан церковь. Это не совсем правда. Мы на уровне нашего учения, на уровне наших документов, браком признаем брак, заключенный по законам государства, в котором мы живем. В данном случае это штампик паспорта. То есть если вот вы честно женаты, через ЗАГС, через штампик паспорта, но при этом не венчаны, то, по идее, ни один священник не имеет права вот что-то сказать против вашего брака. Ваш брак абсолютно честный, абсолютно законный. Вот, его полностью 100% признаем. Вот, венчание – это из приглашения Христа в семейную жизнь. Смотри, Господи, у нас есть семья, вот есть супруга, я ее люблю. Возможно, у нас есть дети, может быть, они уже даже большие, может, у нас даже есть внуки, я не знаю. Но, Господи, вот смотри, у нас есть линза, у нас есть дрова. Но для того, чтобы зажечь костер, вот для того, чтобы, не знаю, для того, чтобы воспламенить, нам не хватает очень важного элемента – солнца. Вот, Господи, давай ты будешь этим солнцем, будешь третьим в нашем браке, вот, и, я не знаю, вот, будешь помогать, будешь жить с нами, будешь нам подсказывать, вообще нами как-то рулить. Вот, венчание приглашения Христа, уже имеющий семейную жизнь. Вот, в этом смысле он тоже может рассмотреться. Еще вопросы есть? Можно вопрос? Вот здесь марки написано, а вы там стоим под минимал. Мы там стоим под минимал. Я сразу возьму. Я не знаю, что ты минимал. Там же. Можно я сразу скажу? Я не знаю, что было Джей, я вообще не знаю. Бородатый, я его не знаю. У меня вопрос. Вот если зайти посмотреть тренды Ютуба сейчас, там педук, ЛДЖ, да, там, и кого из них не возьмешь, ну, реально, ну, полный трэш, да, то есть и тексты, и все, ну, они направлены на разложение общества. Там без очков, там все такое. Если взять, например, кто качал аудитории 80-х, 90-х, ну, Высоцкий, например. Вот это был чувак для избранных в свое время, его ну, легально записывали в Новосибирске, но там был текст, там было ну, действительно как вот другое. Что произошло с нашим обществом, что сейчас, во-первых, в тренде у нас всякие грибы, которые потом через какое-то время распадаются, и уже никто не будет писать на стенах заборов грибы живы. То есть это такое очень временное, вот. Оно сразу уходит, оно, ну, это что-то с обществом произошло? Ребят, кто из вас? Ребят, кто из вас смотрит тренды Ютуба? Кто из вас смотрит тренды Ютуба? Не, ну хорошо. Нет, поднимите руки, кто заходит, кто... Не, хорошо, давайте так. Поднимите руки, кто заходит на Ютуб, жмякает целенаправленно в кнопку тренды, не ради прикола раз в полгода, как я чисто поражаю, да? Вот смотрит там, типа, а что значит смотрит народ? Смотрит тренды. Есть, вот кто это делает? Ну, я уже понял. Я к чему? Ребят, я живу в Ютубе, да, то есть Ютуб – это большая часть моей жизни. Я знаю, как работает Ютуб. И я знаю, да, это правда, тренды сегодня покупаются, да, то есть теми, кто вас пытается что-то вложить. Это тоже правда. Нет, тут у вас есть большая ошибка, это реальная ошибка, потому что тренды Ютуба не показали, на самом деле. Это купленные сегодня. Не, ну что, залы собирают огромные даже. Это другой разговор. Нет, знаете, вот вопрос, может быть, Высоцкий – это тот, кто остался. Возможно, на Юнусе Высоцкий было еще 500 разных там, человек, которые тоже потенциально собирают большие залы, про которых просто мы не знаем, потому что они умерли. Я бы сказал, что здесь качество, то есть количество переход в качество. Среди моря бездушной, неинтересной, скучной попсы, которые хочется плевать и тошнить, появляются звездочки, которые, действительно, которые остаются в десятилетии.
Вот возможности на YouTube происходит то же самое. Куча попсы, как и вообще всегда. И возможности этого сливать их грибов, появляются грибы, которые большие грибы, которые основываются на мистерии. Может быть, я считаю, что ничего нового не происходит. Как народ тянуло на всякое, в общем, на всякое, и сейчас. Вот. Просто меняется возможно формат. Я знаю, что кроме Цоя, в то же время, в те же 90-е годы, было огромное количество драм и групп, которых уже никто не знает, и которые сейчас слушают только такие фрики, наркоманы, которые, я не знаю, да. Но Цой — это тот, кто, да, он выходил во многом из этой культуры тоже. Он тот, кто количество поймал в качестве. Вот. Может, видимо, то же самое. Нам нужны грибы для того, чтобы выросли клевые вещи. Слушайте, сектор газа. Я служил сектор газа, когда мне было 15. Король шут. Король шут? Я не знаю, слушайте, я был в третьем классе, мы ездили в Польшу. А мне это было когда? Это было в году 2000, короче. Мы служили в Киша. Сейчас Киш уже классик. В Беларуси есть особенность. Ну, мы скажем так, мы находимся на пересечении вообще миров. У каждого белоруса себе пожирающий обязательно есть Шенген. Ну, Шенген — это пропуск в еврозону. Вот. Ну, чтобы вы понимали, мне из Минска на автобусе до Берлина ехать чуть больше ночи. То есть я сажусь вечером в автобус в Минске, плачу за него 50 евро, и утром просыпаюсь в Берлине, оба, да? Вот. Целый день тусуюсь по Берлину, хожу по немецким магазинам, закупаюсь немецкими товарами с немецким качеством. А фишка вообще в Германии в том, что она дешевле Белоруссии и она дешевле России. То есть в Германии вообще магазины дешевле, да? Вот, сажусь вечером на автобус обратно и приезжаю в Минск. Фишка в том, что мне полностью, вот я привожу там домой телек немецкий, там кучу стиральных порошков, туалетную бумагу и, я не знаю, там, еду. Вот, по факту получилось, что выгодная поездка. Вот мы ездим шопиться туда за бугор. Вот, это я к чему? Я не знаю, я почему. Что сказать? Я не помню, что это было. Короче, вот у нас здесь есть такая особенность, да? Вот. У белорусов. Вот. Ладно, еще вопросы, если есть. Как вы относитесь к алкоголю? Значит, можно я немножко перейду вопрос. Давайте мы сделаем большую тему про секс, наркотики и рок-н-ролл, если вы не против. Ну, условно. Да. Это тогда будет все. Алкоголь, наркотики, там и все-все-все, да? У Штура есть клевое. У Штура вы слушаете? У Штура есть песня «Мне бы в небо». И там есть такая фраза: все это похоже на какую-то разводку. Наркотики нельзя, но можно водку. Ну там смысл песни в том, что все равно все это убивает, и наркотики, алкоголь — это вещи одного порядка. Ну, в принципе, с ним согласен, да? Вот просто одно убивает быстрее, другое медленнее. Но в целом, что наркотики, что алкоголь, и задача одинаковая. Измените мое сознание так, чтобы мне стало хорошо сейчас, а в будущем, ну, скорее всего, я рано умру, если буду с ним перебарщивать, да? У нас христианский другой подход вообще ко всему. Вот этой проблемы, как у Штура, что а что это, наркотики нельзя, водку можно, что вещи одного порядка, вот у нас этой проблемы нет. Потому что у нас в христианстве можно вообще можно все, но при одном большом условии, что это не отделяет меня от настоящей любви к окружающему меня миру, к людям и так далее. Не к любви в понимании растафариан и прочих товарищей, да? А настоящей любви, которая является антонимом для слова использовать. Вот если меня это не отделяет от любви, то это можно. Если алкоголь в данной какой-то ситуации сейчас мне нужен, так и бывает, да, то, чтобы, ну, я не знаю, провести встречу хороших друзей. Поэтому мы не упьемся в усмерть, не пойдем там никого громить, не убивать, то да, пожалуйста, почему бы нет. Но если алкоголь — это моя страсть, моя болезнь, болезнь, которая разрушает меня и которая, я не знаю, которая уничтожает любовь к потенциально другим людям, то алкоголь — это плохо. То же самое с наркотиками. Просто наркотики, вообще, это вещь намного более сильная. И с наркотиками все держать, наверное, намного сложнее. Я не знаю, я не пробовал. Хотя, даже если пробовал, я вам не сказал. Вот. И поэтому в теории, да, то есть сам по себе наркотик — это не более чем молекула, висящая в воздухе, да, там, это вещество. Вещество само по себе — это не зло, это просто вещество. Ну просто, да, и в теории, может быть, да, как бы, да. Но на практике я понимаю, что это вещь, которая сразу же начнет меня разрушать, поэтому я его не помню. Потому что это мешает мне любить окружающих людей, окружающих меня. Поэтому, да, алкоголь, да, но при условии, что это не мешает мне любить. Не знаю, там, рок-н-ролл, да, но при условии, что это не мешает мне любить. Я не знаю, там, хэви-метал, да, при условии, что это не мешает мне любить.
не знаю, там, попса на ютюбе, там, в трендах, ну да, или что, я не знаю, кто извращенство, если не мешает мне любить. Вот, и так далее. То есть, в принципе, во всем, да, вы сами делаете. Да, я подыграл алкоголь, да. Нет, меня позвали. Меня позвал местный епархия. Местный епархия оплатил мне билеты, поставил пожелание, сказал, окей, это не вопрос. Если вы не любите, то вопрос. Волжский, Волгоград, Николаевский дом. Нет, ну как? Представьте, что вам, да, вам звонят, оплачивают билет на самолет. Нет, не вы, вам, то есть я вам звоню, я вас приглашаю, я вам оплачиваю, я вам даю, что у вас есть. Ну, мне это интересно, на самом деле, да, то есть я приехал из другой страны. Поймите, что сами белорусы – это люди, которые живут вообще в другом мире. То есть, когда я оказываюсь здесь, в России, я понимаю, что окружающая действительность, она принципиально другая, да, то есть вы живете вообще в другом мире, и естественно, за ней наблюдать. Интересно, я исследую другую страну, и это классно, это опыт, мне нравится. Сейчас, Александр, вопрос можно задать? А вот какие самые явные различия между Россией и Беларусью? У вас нет дорожной разметки. Смотрите, в Беларуси нет своих ресурсов. У нас нет выхода к морю. У нас нет нефти, например, да, то есть у нас, ну, как бы, ну, у вас вот Беларусь, нет, да, ну, там. Не знаю, вот так вот. Нет, ну да, нет, к чему, это важная особенность. А значит, мы вынуждены выживать, да. То есть Беларусь, это не факт, Беларусь, это IT-страна. То есть, во-первых, я сам, после школы, я поступил в БГУ, короче, в самый клевый белорусский вуз, который делал программистов, а потом ушел почему-то в семинарию, да. Но вообще, я как большинство моих сверстников, я должен был бы стать программистом. И все мои друзья программисты. И сам я иногда программирую. И в теории я понимаю, что если вдруг случится, что я смогу программировать. То есть это нормально для белорусов, да, то есть мы живем в глобальном мире, в мире без границ. Да? То есть для белоруса, у нас нет вот фишки, вот, то есть мы не мыслим себя, ну, народом самим в себе. Вот, знаете, ну, мне кажется, мы русские есть, мы русские, и вот и как бы все, да. Вот, у нас такого нет. Мы белорусы, но при этом мы спокойно можем взять и улететь в другую страну, и, в общем-то, не нас нормально. Вот, то есть, и все. Вот, то есть мы больше глобалисты, чем мы. У нас на накладывает тоже особенность. Например, что еще? Мы дружим с китайцами. Мы дружим не так, как вы, мы дружим в Китае. Под Минском мы китайцам отрезали здоровый кусок земли, просто громиннейший, в масштабе Беларуси. Вот, я буду жить китайцем. А я построю там свой чайнатаун. И куча заводов. И фишка в чем? Китай, который, ну, торгует с Европой, в Беларуси, не знаю, как это получилось, но в Беларуси, вот, я сделал перевалочную базу, вот, всех товаров, которые идут на Запад, да, то есть это вот транзит будет происходить через нас. И мы надеемся, что это спасение для нашей экономики. Ну, потому что быть перевалочной базой, понятно, для торговли Запада-Востока это очень-очень круто. Вот, да, то есть, ну, такие вещи, которые, ну, вот у вас просто, они немыслимы, то есть вы не можете быть перевалочной базой для Европы, потому что вы, ну, да, вы не находитесь на том пересечении. Вот, у нас есть такое слово, называется толерантность, белорусское мнение, умерковность. Знаете анекдот, вы посадили на гвоздь украинца русского белоруса, русский сел там, матерился, да, украинец сел, матерился, белорус сел, посидел, высидит, спрашивает, ну, а чего? Ну, как тебе? Он говорит, ну, сначала было неудобно, а потом я посидел, подумал, может, так и надо. Вот, да, то есть, ну, да, это особенность, наверное, Беларуси, да, то есть, ну, ладно, ну, такая игра. Ну, да, может, так и надо, может, так и естественно. Вот, ну, чего еще, я не знаю, у нас нет олигархов, например. То есть, да, сейчас у нас в стране безработица во многом. Средства зарплаты, как, я не знаю, тоже маленькие, я не знаю, больше, меньше, чем у вас, я не знаю. Ну, тоже очень маленькие средства зарплаты. Все плохо, но при этом я плохо живу, у меня маленькая зарплата. Маленькая зарплата у моего соседа, вообще у всего моего окружения. Я знаю, что такая же зарплата маленькая вообще у всех, ну, кроме программистов. Вот, ну, да. Примерно какая зарплата? Смотри, где? В Минске официально средняя зарплата $500, но за счет того, что в Минске много программистов. А в регионах средняя зарплата 150 долларов. Я не знаю, что в России, как раз 150 долларов. Ну, 150 долларов. 200 долларов.
я не знаю, российская сколько, 100 долларов, это 6 тысяч, это 100 долларов, да? Значит, средняя зарплата 9, 12, 15 тысяч. Это много, мало. Но при этом, зарплата там 15 тысяч, да, это у всех такая зарплата. То есть у нас нет олигархов, там, либо там миллионами, да, там можно слиться. Почему у вас нет выхода в море, нет внутренних ресурсов, поэтому нет олигархов. Еще у нас есть президент, который как только просто кладут лапу на какие-то там ресурсы, то есть они тут же их сажают, вот, и в общем-то и все. До этого все заканчивается. И приватизируют, национализируют производство. Еще вопросы, если есть? Я вижу, что у тебя злобный уставший уже. Как церковь относится к межрелигиозным бракам? Я из Беларуси. Что если я чувствую, тут не парни вместе с торжка? Вот приехал в Москву и говорит, типа, у вас торжки, да? Короче, я из Беларуси. У нас есть такие ребята, как католики. В чем фишка? Я учился в семинарии, которая была католическим монастырем, который построили католики. И вообще многие храмы, которые сегодня православные, когда-то построили католики. То есть католики реально когда-то вложились в Беларусь, и не без основательно они претендуют на эти территории, на эти храмы, на какие-то на это наследие как на свое, потому что это реально они это построили. Вот. И в Беларуси, ну скажем так, официально там православно там 80%, там, католиков 15% среди верующих, да. Но в реальности, по количеству активных прихожан, я бы сказал, что, наверное, паритет с католиков активных, примерно столько, сколько активных православных. Вот. И в Беларуси очень распространенное явление – это браки между православными и католиками. Да? То есть, как иначе, живут рядышком все вместе. И тех много, и понятно, что паня влюбляется в девушку и ничего не сделаешь. Вот у нас практика говорит о том, что как брак, я не могу запретить им пожениться. Да? То есть там, если христианин возьмет жену мусульманку, а что я могу сказать? Да? То есть я не законодательный этот сам орган, поэтому ладно, поженитесь. Да? Вот. Если вы решили, если, например, он католик, она православная, и вы решили повенчаться в православной церкви, то я вас буду венчать только в том случае, если вы дадите, если вы договоритесь между собой, что детей вы будете воспитывать в православном храме. Вот. Но если вы решили, что ваши дети будут католиками, тогда идите венчать костер. Вот. То есть, такая практика. Наверное, это самое правильное понятие. Наверное, это работает. Еще вопросы? Про межрасовые браки не будете спрашивать, да? Ну ладно. Беларусь даже здесь. Не, потому что Белоруссии, вот. До сих пор негры работают на плантации. И жениться на них нельзя. Конечно, разрешено. Конечно, разрешено. А у вас разве? Давайте сегодня... Нет, у нас тоже номер молодежи, но если вот взять... Да, процентов соотношения, да. Вот давайте сегодня придем, да? Посмотрим, сколько там людей. 50+, поскольку там 30-50, сколько там 20-30. Мы здесь не можем выходить. Но почему на моих глазах не говорят, что там? Ладно, народ, все, я вас больше не держу, сейчас за внимание, вы классная публика, как говорил вам сам. Жене, я же не помню. Надеюсь, мы тоже посмотрим.